Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 16 февраля. Я хочу показать, как же у меня взошел лук-порей, который я сеяла 2 февраля. Два контейнера у меня здесь. В одном контейнере лук-порей «Бандит» от фирмы «Аэлита». Были обработанные семена. Здесь 1 грамм семян, но здесь еще достаточно много семян осталось. Схожесть у меня у этого лука вот такая вот, скажем, очень невысокая схожесть, вот так вот. Поэтому сегодня я обязательно подсею, вернее не подсею, я сегодня замочу семена и завтра буду подсеивать лук «Порей Бандит». Буду подсеивать в другой контейнер, не в этот. Здесь у меня, как вы можете увидеть, подсыпано песком, всходы подсыпаны песком. Это для того, чтобы не было черной ножки. Так как песок у нас высыхает быстрее и, в общем-то, защищает от появления черной ножки. Вот так вот. Хотя семена были обработаны, но схожесть такая не очень хорошая. Но, опять же, 2 февраля я сеяла, сегодня, получается, 14 дней. В принципе, 21 день, еще до 21 дня может всходить этот лук. Поэтому посеяны вот семенами, поэтому я, конечно, надеюсь, что здесь еще появятся всходы, но тем не менее, для того, чтобы подстраховаться, я сегодня замочу. И замочу уже на сутки. Вот в прошлый раз я замачивала в витаминах Аквамикс, разводила витамины Аквамикс, я замачивала на 10 часов. Сегодня замочу на сутки, вот прям после ролика сразу и займусь вот этим замачиванием семян. Во втором контейнере у меня лук-порей карантанский, который я выращиваю частенько, именно этот сорт. Это от фирмы Агро, здесь 1 грамм семян было, здесь еще достаточно много семян, я даже половину семян не посеяла. Здесь схожесть хорошая, вот так вот он взошел, этот лук. Ну, я считаю, что это очень хорошая схожесть. Ну и также думаю, что еще появятся здесь росточки, поэтому схожестью этого лука я довольна. Все замечательно. Так, его я подсеивать не буду. Ну и также я сегодня хочу рассказать о тех луках, которые я еще планирую посеять на рассаду. Обязательно посею в начале марта, где-то может быть числа 10 марта. Это будет лук Exhibition и лук Globa. Вот эти два лука, они очень крупные, вкусные. Очень хороши они для заготовок. Вот осенью, когда мы начнем готовить, большое количество у нас будет заготовок. И не хочется долго чистить небольшие, не крупные луковицы. Вот этот лук как нельзя лучше подходит для того, чтобы нам заняться заготовками. Посеем мы в первых числах марта, я его посею. Конечно, кто живет в южных регионах, можно уже сеять его сейчас на рассаду. Но у нас в Свердловской области раньше начала марта мы не сеем лук. Также хочу показать вам лук, который можно вырастить за один сезон. Ну и также эти сорта лука вы можете вырастить на лук-севок. Это лук Боцман сорт. Выращиваем мы его как за сезон, за один. И тогда мы его сеем также в начале марта, чтобы нам получить хорошую полновесную луковицу за один сезон. Если вы его планируете выращивать на севок, то можно будет сеять его в начале апреля. Тогда мы сеем почаще. И, ну, в принципе, сеять-то без разницы. Как можно часто, можно редко. Главное, чтобы как мы будем высаживать потом на грядку. Если мы высаживать будем для получения луковицы за один сезон, мы сеем, высаживаем пореже. А если мы будем выращивать его на севок, тогда можно высаживать эту рассаду почаще на грядку. Лук очень хороший. Также сорт Стурон. Ну, Стурон, наверное, многие знают. Сорт это очень известный лук. И также мы его вырастить можем как за один сезон, так и вырастить на севок. И вот, к сожалению, у меня здесь нет еще лука Фермер. Очень хороший лук. Также вы можете его вырастить как на севок, так и на луковицу. И очень хороший лук Шитана. Тоже замечательно выращивается и за один сезон, и на севок.
И также я хочу сегодня показать еще луки, шалоты. Для чего, с какой целью мы выращиваем лук-шалот? Вот лук-шалот здесь у меня камелот. Это красные луковицы, небольшие, не крупные. Лук-шалот семейный, белого цвета. И лук-шалот княжич, такого золотистого цвета. С какой целью мы выращиваем лук-шалот? Вот немногие любят лук-батон, так как он к осени становится более жесткий, грубый. Так вот, лук-шалот мы выращиваем для того, чтобы получить большое количество очень нежной, сочной зелени. Для того, чтобы получить зелень, вот, допустим, из семян в этом сезоне, то, конечно, его уже нужно посеять сейчас, в феврале месяце, вы уже должны его посеять на рассаду. Тогда уже где-то ближе к концу лета, где-то в конце, может быть, июля, вы получите достаточно хорошую зелень с этого лука. Ну, а вообще рекомендуется вот эти семена лука-шалота сеять для того, чтобы получить вот эти вот луковицы. Это такой своеобразный сивок лука-шалота вы получите. Когда у вас вырастут вот эти вот луковички, вы их храните всю зиму, он очень хорошо хранится, этот лук-шалот, и весной мы его высаживаем и получаем вот эту замечательную зелень все лето. Будет у нас все лето вот эта зелень. И вновь осенью выкапываем. То есть это лук очень такой многолетний получается. Очень выгодно его выращивать. Многие вот этот мелкий лук консервируют, я знаю. И также можно его добавлять в консервацию. Но единственное, что если мы занимаемся когда заготовками и консервации очень много, не хочется чистить этот мелкий лук. Долго, много времени уходит на это. А так вот для зелени это лук просто великолепный, очень хороший лук. Ну и также, как лук парей, который мы сеяли на рассаду, любой лук, когда мы планируем посеять на рассаду, обязательно нужно замачивать. Вот можно замачивать его даже на 24 часа, потому что вот у меня здесь был лук замочен всего 12 часов, и видно, как он долго всходит, очень долго. Потому что чешуйки у семян лука очень сухие, они очень жесткие и плохо прорастают семена. Вот сегодня я уже на сутки замочу и всем рекомендую все-таки замачивать на сутки. Единственное, что хочу напомнить, не нужно замачивать так, чтобы у нас семена плавали в воде. Берем ватный диск, либо бинтик, либо какую-то, не знаю, салфетку тканевую. Смачиваем, можно в простой воде смочить, можно смочить в любом стимуляторе роста, это может быть агат, это может быть HB101, что еще, витамины Аквамикс очень хорошо. Смочили этот диск, он должен быть очень мокрый, но вода с него не должна капать. И вот эти семена мы размещаем на этот диск, сверху прикрываем таким же очень хорошо смоченным диском, вот в этом растворе, в котором вы решили замачивать семена, чтобы у нас семена не плавали в воде, чтобы воздух поступал к этим семенам, чтобы они не задохнулись. Но, тем не менее, при этом они у нас хорошо могли увлажниться и набухнуть. Все-таки лучше его замачивать на сутки. Если вы посеете сухими семенами, то всходов вы можете ждать очень-очень долго, даже до 30 дней могут у вас вот эти семена находиться в грунте, и при этом они не будут прорастать. А так как садоводы не любят ждать так долго всхожести, начинают нервничать и переживать, поэтому не забывайте, что лук обязательно нужно замочить перед посевом. Пусть вы на один день позднее посеете, но вы получите более ранние всходы. Вот и все, что я хотела сказать в этом ролике. Вот этот контейнер с луком, где у меня плохо взошел лук, можно было сделать тут грунта чуть-чуть поменьше насыпать. И если бы я сейчас еще держала под крышкой вот этот контейнер, то тут побыстрее бы стали появляться еще всходы. Но так как крышку пришлось снять, потому что у нас уже растет здесь перо зеленое, всходит очень-очень плохо. Сегодня подсею в другой контейнер и затем также покажу, как же он у меня взойдет, этот лук бандит. Уже сделаю грунта поменьше, для того, чтобы подольше держать под крышкой этот контейнер. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.